Никонсов. И попал шайбу на лицевом борту. Мирнову неудобная передача. Ух ты! Это бросок. Вот это неожиданный бросок, да? Вот посмотреть бы повтор, да, броска Игоря Мирнова. Вот он, острейшего угла. Между ног пролетает шайба у Андронова. Ах, вон еще как даже. Здесь и попадает в плечо, в перекладину и вылетает. А вполне могла бы и залететь в ворота. Этот гол, ну, не назвать даже курьезно. Это бросок Мирнова был непосредственно в створ ворот, да?